Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами канал «Кулинарная гармония» и Михаил. И сегодня мы вместе с вами приготовим сырники с очень интересной и вкусной начинкой. Нам для этого понадобится творог, мука, сахар, яйцо, ванильный сахар, сгущенное молоко, кокосовая стружка, грецкий орех, растительное масло. Ну что, приступим? Ребят, сразу с вами займемся сначала творогом. Высыпаем сахар, ванильный сахар, вбиваем яйцо, отлично, и вот это все, ребят, теперь вот так вилкой переминаем. Вот, ребят, отлично, главное, чтобы все равномерно перемешалось. Теперь мы с вами добавим муку. Муку мы просеем. Всю я, ребят, не добавляю. Она нам еще пригодится. И теперь уже ложкой это все перемешаем. Отлично, готово. А теперь, ребят, займемся начинкой. Для этого мы порежем грецкий орех. Грецкий орех всегда режу, чтобы он чувствовался. Нам так больше нравится. Грецкий орех пока отложим в сторону и займемся кокосовой стружкой. Кокосовую стружку высыпаю сюда в сгущенное молоко. И, ребят, ее надо вот так вот, ее тяжеловато, конечно, она плохо вминается, но надо ее вмять. И теперь добавляем грецкий орех. И замешиваем теперь вместе с ним. Перемешиваем, чтобы у нас все хорошо перемешалось. Все, замечательно. Вот у нас, ребят, творог готов, начинка готова. Займемся теперь уже именно сырниками. Будем их делать. Берем творог. Отлично. Чуть-чуть его в муку. Вот, смотрите. Отлично, чтобы он не прилипал. И ложим начинку, ребят. Сюда в центр будем ложить. Теперь будем его вот так вот заворачиваем в муку, делаем шарик, наш первый сырничек вот такой вот, и делаем остальные. Начинку. И залепливаем. Делаем шарик. Получается. Ну, ребят, и таким вот способом делаем остальные все сырники. Вот, ребят, наши сырники получились. Включаем сковороду и наливаем масло. Наши сырнички аккуратненько, ребят, и ложим.
раз, ребят, все и поместились. Отлично. Будем, ребят, их переворачивать аккуратненько. А, смотрите, какая красота. Прелесть отличная. Немножко вилочкой приподнимаю. Ну вот, ребят, наши сырнички и готовы. Снимаем их. По времени жарятся, как обычные сырники. По пару минут где-то с каждой стороны. Быстро и вкусно. Ну что, ребят, давайте теперь попробуем наши сырнички. О, смотрите. Здесь начиночка у нас. Орешки. Класс. Все есть отлично. Давайте теперь попробуем. Ребят, просто супер. Прям как Рафаэлка в твороге. Очень нежная, вкусно. Рекомендую вам обязательно приготовить и попробовать. Вы не пожалеете. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий интересный рецепт. Пишите комментарии, ставьте лайки. Приятного аппетита всем. Пока-пока и удачи!